Восьмиклассники Молоковской и Развилковской школ каждую неделю после уроков приезжают в колледж Московия, что в поселке Развилка, где осваивают свою первую настоящую профессию. Часть ребят решили выучиться на агента банка, остальные получают образование по специальности секретарь-руководителя. Школьники начали заниматься еще в сентябре, и сегодня у них важный день. Ребята прошли первую часть программы. Освоили первый модуль. Данная часть называется «Старт в профессию», а модуль называется «Введение в профессию». И в связи с этим они получают соответствующий сертификат. 45 восьмиклассникам в торжественной обстановке вручили сертификаты об окончании первого модуля «Введение в профессию» и рассказали о том, что их ожидает в дальнейшем. На следующих этапах у вас начинается учебная практика. Кроме теоретического обучения, данные уроки, данные занятия предполагают и освоение практических навыков. Приоритетный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» – получение профессии вместе с аттестатом – стартовал в 2018 году. За два года к концу 9 класса ребята не только освоят школьную программу, но и получат востребованную специальность, по которой после окончания средней школы смогут трудоустроиться. Восьмиклассница Диана Полянская уже определилась с будущей профессией. Она хочет работать в банке, поэтому считает проект отличным стартом для своей будущей карьеры. В дальнейшем у меня будет какое-то образование, вот, и мне интереснее эта профессия, чем секретарь руководителя, вот, помогать, не знаю, мне больше нравится из-за того, что я могу помогать кому-то. А вот Владимир Беклемищев еще не определился со специализацией, но уроки по выбранному курсу секретарь руководителя посещает с удовольствием. Все интересно рассказывают. Иногда показывают, что как. Очень хорошо, он хороший учитель, все хорошо объясняет. Мне нравится. После торжественной части ребятам еще раз рассказали о проекте, а также познакомили с другими образовательными программами колледжа. Студенты Московии подготовили для школьников аппетитный мастер-класс по карвингу. Так называется фигурная резка из овощей и фруктов. Елена Бабина, Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.